Сегодня пятница 13-е. Суеверные люди стараются не назначать на этот день какие-то важные встречи и дела, и уж тем более торжественные события, определяющие дальнейшую жизнь. А вот барнаульские молодожены, оказывается, наоборот, предпочитают обмениваться кольцами в мистическую дату. К примеру, сегодня свадьбу сыграли 80 пар. Согласно статистике, в краевой столице за последние 3 года 232 пары поженились именно в пятницу 13-го. И вопреки примете, всего 6% из них решились официально расторгнуть отношения. По сравнению с другими днями, сегодня пар меньше. Но пары эти специально приходят, специально выбирают эти числа. Мы охотно выбрали эту дату. Да. Нам даже прикольно от того, что мы в эту дату поженились. В суеверия мы вообще не верим. Мы специально эту дату выбирали. Да, мы задолго уже запланировали эту дату, как бы, и хотели именно в этот день. Потому что познакомились 13-го, ну и решили свадьбу сделать 13-го в середине лета. Кстати говоря, по словам представителей ЗАГСа, супруги, которые поженились в красивые числа, где присутствуют почти одни восьмерки и семерки, наоборот, разводятся в 2 раза чаще остальных.